Заждавшиеся пассажиры говорят: «Только по состоянию путей можно судить, как давно не было поезда». А потому, как нас встречают люди и жираф, становится понятно, они соскучились за свежим выпуском блокбастера «Смотреть всем». Хотя не исключено, у жирафа просто шея зачесала. Смелые, умелые, хотя немного вороватые, наши любимые неадекваты не только входят в любую дверь, но и уносят ее с собой. А если не входят, то хотя бы вежливо стучатся, мол: «Я здесь, хозяин!» Лови обнимахи! Когда им нужно выйти, они выходят без спроса и через окно. Их не остановить и не удержать. Они летят навстречу своей любви, как на крыльях. Машинам вопреки и любимые говорят судьбе: «Огромное спасибо, что жива». С этими скутеристами всегда так: хоть стой, хоть падай. Напакостят и сбегут, не прощаясь. Что им сделаешь, маневренным, юрким, нечестным? Куда поехать? Полный завал, причем велосипедный. Ладно, проехали. Сетевые герои указывают массам правильное направление, а сами падают в неправильном. Они смело открывают ящик, точнее, бочку Пандоры. Ловят струю. Или две. И попадают в них. Они уверенно идут к успеху, напролом, через чужой праздник и красивый танец. Причем идут вдвоем, синхронно, в припрыжку. И через оградку. Да, иногда их цель кажется недостижимой, словно подвешенный на беговом тренажере индюк. И совершенно круглый и коварный баскетбольный мяч. Далекий и прекрасный, словно слегка прибабахнутый ротвейлер. Манящий и желанный, словно куча упавших листьев, в которые можно было бы зарыться, если бы не извечный и вездесущий Собакин. И все же они смело ловят свою змею. Точнее, даже не ловят, а крадут из зоомагазина. И отпускают на волю милого дикого кролика, который тут же находит птицу удачи на свою ушастую голову. Грустный сюжет буквально взорвал впечатлительную и наивную часть телевизионной аудитории, разорвав круг друзей, напомнив тем самым прописную истину: электронная сигарета и дружба несовместимы. А сигарета обычно медленно убивает и быстро сжигает. У многих ведь в памяти еще свежа первая серия драмы «Я свободен». Реальная история мыша, выпущенного на волю добрым охотником. После просмотра этого документального шедевра даже суровый попугай разрыдался, как младенец. Мать и дитя в ужасе всплеснули рукой и головой. Многотонный грузовик отложил здоровенную кучу кирпичей. Камни потекли бурной рекой. Беспечный ездок прилетел на нашу улицу, чтобы вляпаться в историю и влипнуть в стену. Трактор взял внедорожник на буксир и на беду. А внедорожник попытался взять на абордаж неуступчивый пенек, но получил ответку и пробоину. Железные кони посбрасывали седоков.
Брутальный мачо повел бровью, а умудренный общественник блеснул обаянием и очками. Расстроенная домохозяйка слегка пересолила праздничное угощение. Отчаянный домохозяин громко хлопнул дверью духовки. А хозяйственная домохозяйка опрокинула представление, уронила репутацию и напугала любимое животное. Тарзан изрядно оторвался и навел шороху в камышах. Школьники пошли на авантюру и упали в снег. Грузчик погрузился в раздумье и бассейн. Экстремала затянул круговорот событий. Симпатичная девчонка плюнула на условности и бросила монетку на счастье. Бравый капитан хлопнул пару банок лимонада, и они здорово ударили в голову. Жизнь рискового автогонщика в один миг буквально перевернулась, причем неоднократно, но, к счастью, не оборвалась. Инструктор по стрельбе сильно оконфузился. Не подал виду, но ученики смекнули. «Нет, дядя-тренер, что-то тут не то!» Примерно в это же время один лысый орнитолог осознал, насколько губителен и ошибочен стереотип о страусах, которые, оказывается, и не собирались прятать голову в песок. Постепенно мы приблизились к важному открытию, но тут какая-то тетя не кстати перебежала шоссе, поменяла ход потока и мысли, и вот мы уже следуем за ней. Вместе с четырьмя автолюбителями, которые очень просят даму остаться. Вот так неожиданно наши герои оказались на большой дороге, в вечернем городе, свободном от машин. Они едут с музыкой, без тени сомнений в душе, но с тенью веселого сварщика на стене. Так следуйте за ними, только не забудьте положить в салон надежный огнетушитель. Пристегните ребенка. А лучше поместите его в сухое надежное место. Пропустите спецтранспорт со спецсигналом. Хорошенько проверьте стояночный тормоз. Выдерните, наконец, пистолет из бака. Закрепите драгоценный груз. И привинтите колесики как следует, чтобы не зажили каждое своей яркой, но недолгой жизнью. Все, порядок, погнали. Немного скользко, ну да ничего, орем понарошку победно. Йо-хоу! Сейчас будет весело. Кажется, дорожные неприятности нарочно поджидают наших постоянных авторов. По этому поводу хочется решительно спросить коварных нарушителей. Куда собрались, мужики? Оплатить кто будет? Почему поворачиваем где нельзя? Что, кое-кто такой особенный? Здесь что, разворот есть? Да, для меня есть. Для тебя ты что, особенный, да, что ли? Особенный. Что твоя особенность? Что, что мне можно знать? Ты кто? Эй! Ты кто такой? Девушка, а куда вы ехали? Скажите, пожалуйста. А вы, барышня, зачем въехали в фуру? Почему в неадеквате? И что там пытаетесь завести? Мотор-то нету. Это капец.
Приходится поневоле учить дорожную школоту правилам, уму-разуму и этикету. Прям по ходу движения. Красава, красава, молодец. Потому что кто их научит, если сам инструктор кажется немного поддавши? И ведь не только не осознал, но и хамит нашему папарацци. Кто ты? Кого ты учишь? Ты что, бухой, что ли? Да, бухой. А что ты бухой едешь? Так хотя бы веди себя нормально, не дороги. Ну что с них возьмешь? Дети, они и есть дети. Едут, пока едется, на понтах и иностранных номерах до первого перекрестка. Застряли в своем уютном мерке где-то на лужайке и гадают. Почует колесики не крутятся, почем не едет? Может, на газ поднажать? Потом нашкодят и в кусты. Приходится учить начинающих автомобилистов на плохом, но очень наглядном примере. Когда на чужом, а когда и на собственном. С молодецкой отвагой и залихватским криком отчаяния, рвущимся из груди. Как говорится, пришла беда, отворяй ворота. И давай, выходи, дед, полюбуйся, что творится у тебя под носом. Так, что там у нас впереди? Похоже, то же, что и слева, направо. Стоп, а ты куда, рыжик-пыжик? Чего хочешь от нашего уважаемого дорожного папарацци? Некоторые водители и их подозрительные супруги считают загадочных путешественниц городскими сумасшедшими. Ой, она дура, ее поехали. А напрасно. Они хотят сказать что-то важное. Но как тут скажешь, если сзади непременно подкрадется незнакомый прохожий и даст неслабого пинка? На самом деле, каждая женщина на дороге глубоко в душе слабая, одинокая златовласка, которой нужно опереться на чей-нибудь надежный капот. Но жизнь не сказка. Принц не придет, а если придет, окажется, что он при исполнении. И, ну, в общем, как всегда, не дадут нашей принцессе ни опереться, ни слова молвить. Она уйдет, оставив по себе долгую память. И немой вопрос, а куда подевались с дорог все эти старенькие грузовички-трудяги? Отвечаем, вот они где. Собрались в одном огромном сетевом автопарке. Живы-здоровы, полны силы, уже едут к вам. Встречайте на дорогах страны. Некоторые автомобилисты в упор не замечают грузовики. А зря. Даже маленький тружник дорог может открыть остальным автолюбителям что-то большее. К примеру, самосвал. А о мощной цистерне и говорить нечего. Она такое откроет, поневоле закачаешься. Так что габаритную классику нельзя списывать со счетов. Ее тут столько, что не разминуться, ни дорогу перейти. Если приглядеться, окажется, что едва ли не каждый встречный грузовик и поперечный тоже. Но давайте развернем тему на 180 градусов. И мы непременно увидим в ней нечто хорошее, к примеру, двух позитивных бабушек-старушек. Только чур не переступать барьеры, отделяющие водителей от пешеходов. Места на трассе хватит всем. К чему перекрещивать траектории, гнать на красный, влетать в черного, переворачивать серебристого и бить белого? Пугать попутного внезапным маневром тоже не дело. Он рванет вправо, и все, фонарь!
В общем, не будем тормозить, по крайней мере, резко, чтобы не довести заднего до беды и лобовухи. Да и гнать, сломя голову, не рекомендуем. Дороги после зимы, сами знаете, ям на яме. И всем добра. Спокойнее, друзья. Да-да, вот он, спасительный выезд со двора. Рукой подать, и тут она. Обыдно. Но ведь дело было 8 марта. Можно понять девушку. Она принципиальна, и праздник как-никак. Девушка-красавица, с праздничком вас. Я в курсе, что у меня помеха справа. Посмотрите, сколько у меня за спиной машинок. У вас не было машины. Вы Девушка. Я не пропускаю, мне осталось полкорпуса машины пройти. О чем? У меня нет обозрения из-за поворота. Я не видел вас, понимаете? Да, и вообще потеряли контроль над собой. Управляя автомобилем, разговаривали по телефону. Поднимая глаза, увидели меня и резко затормозили. Молодец, мужик. Путёво разложил по полочкам. Без истерик, логично, дама вникла, но все равно дуй назад и скажи что-нибудь на прощание. С праздничком! А мы тем временем перенесемся в Уфу. Как раз вовремя, чтобы увидеть, как наш находчивый папарацци разогнал подростковую драку под своим окном, включив имитатор полицейской сирены. Молодец мужчина, вовремя осознал, что достучаться до сетевой аудитории практически невозможно. А вот досигналиться тревожным гудком – это еще куда ни шло. Как говорят борцы, неожиданный прием – залог победы. Конечно, не все оригинальные задумки заканчиваются успехом, но отпадная идея сама по себе заслуживает похвалы за дерзость замысла и красоту исполнения. О! Их потому и называют героями, что даже во сне они неподражаемы и ни на кого не похожи, в том числе и на себя. Наяву, кстати, их тоже трудно узнать, по крайней мере, на большом экране, на премьерном показе очередной серии документального блокбастера «Смотреть всем». Их жизнь — игра, похожая на камень, ножницы, бумагу, а милые смешные рожицы скрыты под маской равнодушия и слоем сажи. Они умудряются делать два дела сразу, поймав на лету мяч и одну из мощнейших подач. А когда прибывают на родной район, народ гудит, а столб звенит. Для них не существует непреодолимых расстояний и авторитетов. Они вылезут на шею кому угодно, хоть пугливой крысе, хоть гордому орлу. Они в одиночку готовы бросить вызов целой эскадре боевых катеров и небрежно бросить на стол бутылку минералки то так, то эдак, то по пальчику. Им в кайф раздразнить показным равнодушием самую хладнокровную ядовитую змею, напугать до полусмерти отважнейшего дрессировщика крокодилов, показать истинное лицо родному сыну, любимой супруге и любящей мамочке. Буквально съесть лучшую подругу, глазом не моргнув и не поперхнувшись. Сунуть голову в место не то чтобы опасное, но, судя по крышке, скорее малоприятное. Да, есть риск немного подзастрять. Но можно и солидный куш урвать, если с умом использовать бесполезную вроде бы дырку от бублика. И ведь используют.
Потому что сетевые герои обладают удивительной гибкостью мышления и позвоночника. Скручиваются в бараний рог, спят где придется. Ездят на том, что попадает под ноги. Делают предложение так, что невозможно отказаться. Не получится забыть, глаз не оторвать и головы не поднять. Что ж, совет, любовь, небо, самолет, барышня и полотенце. Приучают убирать за собой даже самую важную птицу. Прогружают багажник, не выходя из окна. Пряча в нем что-то важное и страшное. Стоит отдать должное, сетевые герои обожают и умеют устраивать ближним запоминающиеся встречи с неизвестностью. Они с легкостью находят скелет в шкафу и ставят его за дверью. Даже мягкие детские игрушки при их творческой умелой подаче превращаются в коридорный кошмар. Если честно, это развлечение выглядит диковато, как искренний смех над перепуганным несмышленышем. От этого жуткого веселья мороз по коже, холодок по спине и пупс в окне. Но у любого испуга есть две стороны. Как говорят приверженцы здорового образа жизни, кота можно напугать чем угодно, даже безобидной йогой. А с другой стороны, кот тоже может напугать любого йога. Эта пословица словно бутылка с двойным дном. Все зависит от того, как ее повернуть и перевернуть. Поняли, да? И не надо смотреть искоса. Да с прищуром мы снимаем, как умеем. Так что приятного аппетита! И спокойной ночи, родные вы наши! Сладких снов и полного погружения в пугающую и манящую виртуальную реальность под названием «Смотреть всем». Ничего не бойтесь, ведь мы всегда рядом с вами. Оставьте сомнения, сбросьте балласт, плывите по течению, а неудачники пусть зависают на переправе. Только чур не нарушать баланс, ведь мы все на одном бревне. Если один сошел, то и остальные спрыгнули. И самых стойких это тоже касается. На этом точно все. Гейм овер. И зацените напоследок замысел с фрисби и попадалово с шайбой. No! No!